Задание на выносливость. В Батыревском районе стартовали районные финальные игры юноармейского движения «Зорница» и «Орленок». Кстати, в этом году они юбилейные, 50-е по счету. Поздравляю открытием юноармейских игр «Зорница» и «Орленок». Полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки, кросс на 1000 метров. Все это ждет юноармейцев в ближайшие дни. В Батыревском районе кипит нешуточная борьба. Школьники на время забыли, что такое уроки, и взялись за оружие. Побегать по Солнечной Поляне приехали лучшие команды со всей республики. И все дружат со спортом. С оружием обращаются играючи. На этот раз за звание победителей поборется 21 команда, 10 зорничников и 11 орлят. По итогам финальных игр лучшие из лучших будут защищать честь родной республики на следующих этапах «Зорницы» и «Орленка».